режем кабачки колечками. Нет, этот... ну тоже можно порезать. Пускай один пока будет. У нас два кабачка. Один кабачок мы поджарим на сковородке, а второй кабачок мы запечем на углях. Так? Там. На решетке. Ну так ты и говори. Вот. Наливаем сковородку подсолнечного масла. Мы уже налили. И выкладываем, наверное, кабачки. Сразу, да, отсюда? Вот. Ну давайте сразу положим что. Ну, сковородка уже была нагретая. Сейчас оно быстро. На горячую сковородку. И ставим на мангал. Прямо на огонь. Где тенек? О, подстрелял. Так на огне будете жарить, да? Да. Да, вот так вот и будем жарить их. На чем? На решетке. Чем хороший огонь, смотрите, сразу начинает жариться. Вот буквально мгновенно. Это вам не газовая плита, а не электрическая плиточка. О! Так, обжариваем до золотистого. Как его обжариваем? Как получится? Не знаю. Ну как мы будем обжарить? До золотистой корочки. Вот, до золотистой корочки. Нерадимым курорником, который не знает, как чистить бычка черным маслом. Периодически. Лопатки у нас нет, потому что поэтому сразу ножом. Да. Тут у нас сегодня целая компания. Могу рассказать, как пить пиво. Ай, блин. Уже. Нет. Ну, теплое пиво пить неинтересно. Хотя с горячими жареными кабачками, возможно, будет и хорошо. На самом-то. Посмотрите, какая вот корочка. И буквально не прошло, ну, где-то одна минута всего прошло. Да, может даже и меньше. То есть жарить на, вот, на огне, на мангале намного быстрее. То есть, как вот корочка вам нравится, в принципе, так вот и на... Ой, наверное... Ой, квартирчик. Наверное, хватит. Сильно пересушивать их не надо. Ой, блин, брызгает. Вон она. Нормально. Сейчас еще чуть-чуть с этой стороны, чуть такая же румяная была. Тут я, по-моему, переворачивала. Это что ж ты? Ну, продолжаем обжаривать дальше, да? Угу. Ну, тут, в принципе, они с той стороны, где они не зажарили, чуть-чуть, корочка не такая была. Я сегодня выступаю оператором и комментатором. Не шеф-поваром. Ну вот, снимаем соль. Соль у тебя вот здесь, вот смотри уже. А соль где? Соль. А где у нас соль? Чтобы их так присолить. Выкладываем на тарелочку и слегка подсаливаем сверху. Можно, хотите посолить перед этим, хотите после. Ну, мы всегда солим после. Соль. Крупная соль, очень вкусная. Привет! Привет! И можно обжарить уже следующую порцию. Не, ну эту уж надо попробовать. Я как оператор сниму. Ай, горячий. Сниму, сниму пробу. Сейчас попробовал кусочек, не распробовал. Честно. Да ладно, я не распробовал. Невкусно, наверное, было. Надо еще попробовать. Рукой. В общем, это очень вкусно. В общем, когда вы уезжаете на природу, возьмите с собой кабачок, возьмите с собой небольшую сковородочку, немножечко подсолнечного масла, и буквально через 3 минутки, даже 2 минутки, не больше, у вас будет вот такой очень вкусный, сочный кабачок. На свежем воздухе, на берегу моря, ну или в лесу, неважно. Это замечательно. Приятного аппетита!